Друзья, приветствую! Сегодня у нас 6 июля. Учитывая то, что сейчас заказ у меня идет на пентхаусы, последние этажи, вот стараюсь снимать на первой линии. Вот, сегодня квартиры. Сегодня я снимаю на 8К, камера 8К. До этого я всегда снимал на 4К. Интересно, YouTube это воспримет как-то? Или он еще не понимает? Апартаменты 75 метров квадратных на первой береговой линии. Сейчас, наверное, шумно от ветра. На первой береговой линии, недалеко от пляжей, моря, магазина Конат. Кондоминий quanti costa? Сима. А? 1200. Терраса 40 метров квадратных. Это у нас зал с выходом на террасу. Встроенная кухня. Это ванная комната с душевой кабиной. Первая спальная комната, установлены кондиционеры. Здесь еще два парковочных места. Понятно, что здесь можно сделать зону барбекю. Еще одна спальная комната и ванная комната с душевой кабиной. Как всегда, цену актуальную и актуальные цены можете посмотреть, переходя по ссылочке на наш сайт azarov.ru.